Чай, шоколад, печенье – это лишь небольшая часть их угощений, которые есть в продуктовых пакетах. Спасибо врачам не просто слова. Искренняя благодарность за ежедневный, ежечасный труд на передовой. Тысячи медиков сегодня не видят семью, почти не бывают дома, только для того, чтобы выполнить свой долг – помочь тем, кому без них не справиться. Очень важно, когда оказывается внимание не на словах, а на деле. Вот, просто берется помощь и оказывается. Дабы немного облегчить тяжелые рабочие будни врачей, партия «Единая Россия» передала им вот такие наборы к чаю. Всего 400 пакетов. Желаем крепкого здоровья, в первую очередь, долголетия, чтобы никто не болел. А если уже что случится, то вы всегда можете тоже рассчитывать с нашей стороны на помощь. По словам самих медиков, такие приятные подарки поднимают настроение и хотя бы ненадолго помогают отвлечься от непростой окружающей обстановки.